В США продолжаются нападки на соратников Трампа. Теперь под угрозой оказался Майк Линдл, владелец известного США бренда MyPillow и крупный спонсор предвыборного штаба Трампа. Агенты ФБР заставили его дать показания об участии в кампании по оспариванию итогов выборов 2020-го и конфисковали его телефон зачем-то. Линдл лишь еще один в череде сторонников Трампа, кто подвергся силовому давлению. Стивена Беннона арестовали и пытаются посадить за решетку на 15 лет. В суде оказались Руди Джулиани с Питером Навару, а обще общей 35 соратникам Трампа отправлены ордеры на обыск и повестки для дачи показаний. Политические репрессии. Никак по-другому это назвать нельзя. Этих людей кошмарят под разным поводом, но де-факто заодно помощь Трампу избраться в 2016 году и для того, чтобы не допустить реванша Трампа на выборах 2024 -го. По опросам, уже 53% американцев считают ФБР личным гестапо Байдена, а Министерство юстиции и Марика Гарланда, честнейшего прокурора, прямым исполнителем приказов Джо Байдена. И чем активнее устраивают гонения на оппонентов Демпартии, тем сильнее раскалывается американское общество, теряющее остатки доверия вашингтонскому эстаблишменту.